Так, народ, привет. Польскую еду что-то не показывали, но вот пришло время. Уже 2 часа до автобуса, и нам нужно поесть. Наташа нашла какой-то ресторан возле нашего отеля. Ну, реально, мы хотели польскую еду, там варенички, что-то такое. Ресторан оказался вегетарианским. Иди выбери салат. А, салат выбираю. Так, смотрите, суп уже есть. Наташа взяла приборы. Так, мне нужно что-то выбрать, салат выбирать. О, вау. I must choose also? Yes. Cucumbers. Мне вот это, this and this. Окей. Ну, это такой нормальный салатик будет. Сейчас вам покажем. Вот выбор, вот кафешечка. А тебе ты скажешь, что ты выбираешь. Так я ж... Me same. Ты тоже так уже? Да. Я же так удивляюсь. Что ты удивляешься? Это ше такая, карифлава. Ну, что? Так ты возьмешь? Знаю, капуста, да, это я возьму. Сейчас еще должны нам вареники. Наташа взяла какую-то тофу еще. Шарики. Да, народ, показывала, но почему-то оно сняло шорт горизонтально. Смотрите, что удивило, что салат я должна была нести сама в руке. Без подноса, без нифига. Вот. Повторюсь, уважаем вегетарианцев, но не планировали сидеть никогда в вегетарианском кафе. Хочется пожать мясо. Наташа, супчик попробуешь, пожалуйста? Она уже пробовала, но, к сожалению, видео перевернулось, и я не сняла его. Смачный и островатый. Это тыквенный суп, тыквенный. Он стоил 16. За все блюда, которые вы сегодня увидите, мы заплатили 98 злотых. Это прям-таки, скажем, дохренище. Салатик дают догоночку, по-моему. Но я же говорю, странно, что без подноса, без ничего. Просто мы несли суп вот так вот, а он горячий. Представляете, мы несем суп. А мужчина вот такой. Солнышко, все это. Люди сидят, напитки пьют, это нормально, в принципе. Напитки не вегетарианские, нормальные, алкогольные. Вот. Что с салатиком у нас? Не знаю, мы хотели так хорошо покушать перед автобусом уже, что кушать не хотелось. Кстати, вот тоже туристические автобусы, да. Вот. Еще Наташа заказала митболы какие-то вегетарианские, 32 стоит. Так нету митболов, что там? Ну да, шарики имеется в виду, шарики какие-то, такие с тофу и с салатами. А я заказала себе вареники с картошкой и с сыром. В принципе, с мясом вареники стрёмно, потому что у нас автобус. Не солёно, я сейчас принесу. Не стрёмно. Надо заодно спроси, сколько там нам это, сколько нам нужно ждать еще. Вот, сама кафешечка такая прикольная, но ж говорю, что, блин, почему не указано было сразу, что вегетарианская? Народ, про супчик классный, сладко-острый какой-то, прикольный, я даже не знаю, растворяется во рту, кремовый, очень вкусный. Вот суп, ничего не могу сказать, супер, вот это нравится, вот это да. Еще, а? Что? Это цукини, это не огурцы, это могут цукини. Быть вопросы, кстати. Ну, если я не буду есть, ты доешь, так что нормально. Как-то. У нас мочное, но его не может сделать. Слабительный эффект? Это хреново. Вот. Еще, кстати, был супчик грибной за такую же цену, но он сказали, что он кислый. Что, ну, кислый мы не захотели. А вот принесли нам уже наши пирожки, ну, пироги, варенички. О, с каким-то, наверное, с клюквенным соусом. Просто выглядят умопомрачительно. И Наташа, кофта, вот кофту, кофту называется. Такие шарики с тофу. Со всякими там, не знаю, ну вот, специями, видно горошек. Вообще классно в каком-то, наверное, приправке карри, много риса. Ну, попробуем, скажем, обязательно. Это то, что нужно, чтобы наесться. Ну, реально класс. Вот суп вообще я сейчас ем. Нет, реально очень классно. Но опять-таки же говорю, хотелось бы свинины. Но имеем то, что имеем. И это тоже очень сейчас вкусно. Кстати, здесь все-таки, здесь цукини и огурцы. Цукини, огурцы. И, по-моему, Ваша сейчас будет пробовать. Да, ну, кстати, вареник тоже можешь попробовать, чтобы уже составить впечатление. Да? Ты не доела суп, да? Ты доешь я еще? Я хочу на рис потом. А это кстати, тема, кстати. Давай себе рис маленький. Рис, это целом... маленький, круглый, египетский называется. Да не, это не, ну, не знаю. Не знаю, как бы, ну, надеюсь, что вкусно сделано. Ну, это тут называется басмати. Басмати, может быть. Вот, ну, даже сейчас еще такое, как оно, посыпано, красиво, вкусненько. А ну, куси, еще посмотри, с чем там он. Покажи. Сыр? Так, вижу сыр и картошка должна быть, наверное. Не что знаю. Там было potato было написано. Да? Не знаю, жарко, луковое. Ну, так и он... Не, картошки не чувствуется? По-моему, как заявлено, по-моему, потейто и сыр. Как бы. Против ничего не имею. Я не знаю, я вижу сыр. Но я вижу сыр. Тесто дуже нежное. Вообще, вот, с того, что мы ели, слушай, это самое тесто лучшее. Тесто супер. Это. Ну,
Поэтому здесь и цены приличные. Такая порция 34 стоит. Это, в принципе, нормально, как бы. А твоя 32. Ну, вкусно. Я рада, что вкусно. Так, как бы, так, как бы в принципе, и должно быть. Соус. Нормальный, классный кислый соус, да? Ну, слушай, отлично. Еще очень хочется, чтобы ты шарики эти попробовала. Мне кажется, они вот мягко должны разделываться. Это, в общем, прям классно будет. Так, время вот такое вот. Что это такое? Это тофу? Такое, интересно просто. Ну, когда? Мы прямо сегодня вегетарианцы, молодцы с вами. Вот ведем здоровый образ жизни. Ни разу не набираем вес. Чего-то. Острое? Нет. Чего-то не набираем. А, ну не знаю. Вот не углеводы. Ну, вегешь типа такие вот худенькие. Ты им толстого вегетарианца видела? Я нет. Я вообще не видела, если честно. Ну, я не общалась с этими людьми. Так что, не знаю. Ну, так что там, расскажи. Очень интересно. Горох, тофу перемеленное вместе с кориандром. Или как она, кинза. И приправа. Много приправочек, много всего этого. Это не наше, Так что, народ, надеюсь, что у вас вкусняшки тоже есть. Пишите, как вы к такой еде относитесь, но будет интересно. Я же говорю, видите, в прошлый раз мы и свинину, и то, и все. А сейчас мы поели колбасок на завтраке пару раз, и всю свининку уже будем дома есть. Потому что в Эмиратах уже, ну, как бы сложно достать. Можно, но сложно. Так что вот такое наслаждение у нас сегодня. Сейчас мы покушаем. Отдохнем, пойдем за нашими, ну как отдохнем, посидим в отеле, может полчасика, включим интернет, возьмем наши вещи и будем еще идти на вокзал, еще в Калифорнии, нам нужно купить с собой какие-то бутербродики и водичку и какие-то колбаски. Так что вот, а люди тоже где-то путешествуют, вот их остановку сделали, они постояли, многие стоят, курят. Многие где-то в продуктории, даже не знаю, где они могут здесь посетить. Вот, ну вот но стоят тоже, да. А вот и я. Машинка вот такая за мной. Кстати, это экскурсионная тоже. У вас гид везет, рассказывает вам все там про город, расставляет во всех местах, где можно сходить. Это тоже прикольно, но мы с вами сколько уже плейлистов есть. Краков 22, Краков 2023, Краков 2024. Ну, мы в основном уже все места Кракова показали. Молы показали, шопинг показали. Сейчас мы с вами кушаем и желаем вам тоже приятного аппетита.